Найцікавіші персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1 Персона». В гостях у нас сьогодні військовий комісар області, полковник Юрій Калгушкін. Я вас вітаю. Сьогодні ми поговоримо про контрактну армію саме в Харківській області. Я знаю, що закінчився набір контрактників 17-го року. Ви виповнили план 17-го року, да? Розкажіть більш детально, кого набрали? Ну, я скажу, що 2017 год для воєнкомата в Харківській області був дуже непростий. Серьезные задачи ставились и начальником генерального штаба, главнокомандующим вооруженных сил Украины и командующим оперативного командования «СХИД» по комплектованию частей вооруженных сил Украины. Одна из основных задач – это отбор, оформление необходимых документов и подписание контрактов той категории граждан Украины, которые проживают на территории Харьковской области, которые заявили добровольное желание проходить службу по контракту в частях вооруженных сил Украины. Плановое задание для Харьковской области в целом на год составляло 2060 кандидатов, необходимо было отобрать, чтобы они подписали контракт. Плановое задание выполнено на 100%. Я думаю, до конца декабря мы эту цифру поднимем чуть будет где-то 101-102%. Це менше, ніж минулого року, так? Ну, чуть-чуть менше. Чуть-чуть менше, но... І завдання менше було, так? Ну, практически таке же завдання, но учитывая, що ми комплектували части десантно-штурмових войск, комплектували должности інструкторів, преподавателей в учебных центрах и другие такие, будем говорить, неординарные или специфические вакантные должности в частях вооруженных сил Украины. Поэтому были определенные трудности, но была постоянно проводилась информационно-разъяснительная работа. Практически все время мы участвовали в работе центров занятости районных, областного и городских, и городского. Вот, очень серьезную помощь оказало руководство Харьковской областной государственной администрации. Вот, областная спилка участников АТО, с которой мы работаем очень тесно. Вот, и, в общем-то, результат 100 и более процентов. Это один из лучших результатов среди областных военкоматов всей Украины, что было отмечено на подведении итогов в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и в командовании сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Як би ви охарактеризували сьогоднішнього українського контрактника? Чим він відрізняється від 2014 року, коли Україна лише почала жити в такому військовому стані? Що змінилося найкраще? Я скажу, що десь процентів 30 воєнно-обязаних, які підписують контракти для прохождения службы по контракту. Это составляют участники боевых действий, которые принимали участие в АТО. И в свое время были уволены или по окончанию контракта. Колись вони йшли по мобілізації, мабуть, так? Да, начиналось все с частичных мобілізацій. 14, 15, 16 год. Потом проходили демобілізації. У некоторых военнослужащих заканчивались контракты, они увольнялись. Вот. Ну и вот 30% от общей категории составляют именно те военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий в зоне АТО. И эту категорию мы, естественно, отправляли практически напрямую в воинские части. Те, которые проходили военнообязанные, которые проходили срочную военную службу или не служили, эту категорию кандидатов мы отправляли в учебные центры вооруженных сил Украины, и после трехмесячной подготовки они убывали в те воинские части, откуда взяли отношения и выбрали и должность, и воинскую часть, где они уже проходят воинскую службу по контракту. Насколько сейчас подписывают контракт? Контракт на сегодняшний момент подписывают участники боевых действий. Так называемый краткосрочный контракт, они имеют его подписать на 6 месяцев. Остальная категория, я сюда хотел бы добавить еще и офицеров запаса. То есть до весны, так? Да, на 6 месяцев могут подписать с момента подписания приказа командира части о зачислении его в списке личного состава воинской части. Значит, для рядового сержантского состава на 2 и 3 года это не участники боевых действий. И для... А где они служат? Не участники боевых действий. Они служат после трех месяцев. Да, в той части, которую они выбрали, на той военно-учетной специальности, та должность, которую они предварительно выбрали, побеседовали с представителями воинских частей,
обязательно получили отношение, так называемое, что командир части или руководство части не против прохождения этого военнообязанного на или гражданина Украины это самое, на этой должности. Угу. То есть, тобто, вони можуть і не потрапити до АТО, так? Вони можуть служити при частинах. Є призивно-срочну воєнну службу і срочна служба, да, це категорія, це одне з других основних завдань. Це категорія воєнослужащих в зоні АТО не приймають участі. Угу. А воєнослужащі по контракту, вони добровольно вибрали професію воєнного, і каждый из них должен быть готов принимать участие после определенной подготовки, теоретической, практической, после боевого слаживания, начиная от отделения и заканчивая бригадой, принимать участие и выполнять боевые задачи в зоне АТО. Якщо ви кажете, що план перевиконали, так для військових повинна бути мотивація якась. Заробітну платню підвищили 3 роки тому. Вона складала мінімально 7 тисяч гривень, так? Ну, це повисили її в январі прошлого року. В январі прошлого року повисили. Ага. От дивіться, зараз, як говорять в обласній адміністрації, середня зарплата по Харківській області також складає більш-менш 7 тисяч. Виходить, що заробітна плата по Харківській області майже зрівнялася з військовою. Що ви вбачаєте, чому все одно йдуть люди служити, якщо зарплата вже на сьогоднішній день така, що велика? Ну, перша основна причина – це все-таки гражданська позиція і патріотична позиція в відношенні того, що є Україна, її потрібно захистити від агресора. Ее защитить, сделать свободной, независимой, целостной. Это первая основная причина. Вторая, если учесть денежное содержание, то это минимальная зарплата 7 тысяч. Средняя зарплата для рядового состава составляет 7,5-8, для сержантского там 8,5 от 8 до 9, а и младший офицерский состав от 9 и выше. Итак, а кто на первой линии находится? Сколько хлопцы отримают? Вот для тех военнослужащих, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, плюс 10 тысяч ежемесячно, кто находится на второй, третьей, чуть дальше линиях, плюс 4,5 тысячи. То есть 17 выходит, что на первой линии 17 тысяч. Да. Учитывая пищевое обеспечение, учитывая социальные, там ряд социальных гарантий, бесплатное медицинское обеспечение, отпуск, санаторно-курортное лечение, обеспечение формы одежды. Если это перевести в денежный эквивалент, то это получается еще где-то раза, я не знаю, от средней зарплаты можно умножить в 2-3 раза. Незамеченно выплачивается материальная помощь на оздоровление, на решение социальных проблем, это еще плюс 2 месячных содержания. Поэтому и в плане этом и денежная мотивация, плюс учитывать необходимо и карьерный рост. Я приведу пример. Если военнослужащий имеет высшее образование и проходит службу на должности сержанта, он может получить после 3 месяцев обучения в высшем военном учебном заведении офицерское звание, лейтенант. Вот, и так далее. Возможность поступления в высшее военное учебное заведение вне конкурса. Вот, если мы сравним, допустим, тех абитуриентов за гражданки, у них, когда они поступают в высшее военное учебное заведение, у них где-то денежное содержание составляет до 300 гривен. То военнослужащий по контракту это минимум 7,5 тысяч. Угу. А які перспективи щодо збільшення заробітної платні? Я знаю, що військові чекають на збільшення. От з січня місяця є такі розмови. Дело в том, что на сегодняшний момент денежное содержание входит еще и премия, которую выплачивается премия. Министерство обороны хочет несколько переформатировать это денежное содержание и повысить в первую очередь должностной оклад, выплату за воинское звание и за выслугу лет. Вот. И эта премия она автоматически может превратиться в реальное денежное содержание, которое при уходе на пенсию будет существенно увеличиваться. То есть денежное содержание, оно может быть несколько будет чуть выше, но при уходе на пенсию военнослужащие пенсионное обеспечение будет увеличено, наверное, раза в 2-2,5. Угу.
Наскільки збільшилась якість самих військових, котрі зараз йдуть на контракт, ніж в 2014 році, коли йшли всі, більшість по мобілізації йшли, так? Тобто проблеми підготовки, проблеми віку, проблема якісь стану здоров'я? Ну, более тщательно военные комиссариаты стали подходить к, первое, морально-деловым качествам, во вторую очередь, это к состоянию здоровья, потому что когда была мобилизация, были одни требования, и требования к тем, кто в 2015-2016 году начал подписывать контракт для прохождения военной службы. Сейчас в первую очередь уделяется внимание качеству, даже не количеству, а качеству. Потому что вот те единичные случаи, которые происходят и в зоне АТО, и в пункте постоянной дислокации воинских частей, вот они говорят, что вот качество – это главное на сегодня, даже не количество, а качество. То есть военнослужащий по контракту – это тот военнослужащий, который добровольно выбрал военную профессию. И он должен, независимо где он находится, качественно выполнять те задачи, которые перед ним стоят. Поэтому, Вік військових, помолодших, якщо в 2014 році контрактник більш-менш 50 років чоловік був, да? Я можу помилятися, то в 2017 році це 25 років, так? Да, 25-30 лет – це середній возраст, середній контрактник, да, которых ми призывали. Ребят сейчас отбирали и отправляли в воинские части в 2017 году. Это или среднее специальное образование, или незаконченное высшее образование. Ну, я скажу, что 7% от общего количества было принято женщин с Харькова и с Харьковской области. Это довольно-таки большой процент. В целом для вооруженных сил, ну и в частности по Харьковской области, я скажу, что на сегодняшний момент наверное, нет должностей, как это было в начале 17-го, в 16-м году, куда бы мы могли отправить. То есть на сегодня практически все должности, теоретически есть еще вакантные должности, на которых могут проходить службу по контракту женщины, укомплектованные. Зараз до жінок ще будемо говорити про жінок, але звідки більш служать хлопці, з міста чи з області? Як ви помічаєте тенденцію, яка є тенденція? Где-то процентів 60-65 – це з Харківської області, і 40-35% – це з міста Харкова. Так, ви говорите про десантні штурмові війська. 250 чоловік ви набрали. У них є якась особлива підготовка? Що це за хлопці такі? Ну, це по високомобільні десантні війська в прошлом, зараз десантно-штурмові війська. Ну, ісходя із тих задач, які вони виконують, требування, в першу чергу, по состоянию здоров'я, морально-психологічному состоянию, ну, повышені. Раза в два, будемо говорити так. Є учебні центри, де готують цю категорію воєнослужащих іменно для цього вида войск вооруженных сил Украины. Ну и те представители, практически начиная с сентября, у нас были представители 3 или 4 бригад десантно-штурмовых войск. И вот те требования, это первое, это все-таки морально-деловые качества, мотивация. Второе, это состояние здоровья. Третье, это подготовка в учебных центрах, очень серьезная, не каждый, в общем-то, военнообязанный или военнослужащий по контракту это выдержит. Вот. А что саме витримає? И до чего они должны быть готовы? Что они будут делать то, что не будут делать другие хлопцы? Ну, берем, допустим, механизированные войска или танковые войска, или артиллерийские. Они находятся на месте перед... Ну, разумею, что с парашютом стрибать они должны. Естественно. У них специфика задач, особенно в зоне боевых действий. Да и, собственно говоря, здесь, в пунктах постоянной дислокации, именно по подготовке, они выполняют специфические особые задания, которые требуют психологической устойчивости, очень высокой физической подготовки, вот, чувства дружбы, локтя. Ну, это, будем говорить, элита вооружен. А для чего? Что они могут побачити, витримати те, что інші не витримають? Наприклад. Наприклад. Находиться неделю с одним ножом, да, с холодным оружием, будем говорить, без пищи, без питания, без воды, без ничего. В сложных метеоусловиях. И при этом выполнить задачу. Понимаете, будем говорить так, может быть, даже на
территории, которые сейчас временно находятся, сепаратисты, будем говорить, ЛНР, ДНР и так далее. Поэтому, я говорю, специфика задач, она требует высоких моральных и физических качеств от этой категории военнослужащих. Угу. 250 человек. Это такое задание было? Чи вот у нас есть столько хлопцев, которые насправді могут выполнять эти обов'язки? Плановое задание было 240, и Харьковская область, одна из немногих, вовремя выполнила плановое задание 100%. Мы даже помогали другим областным военным комиссариатам. Я еще раз говорю, тут очень важно проведение информационно-разъяснительной работы не только со стороны представителей военных комиссариатов, но и со стороны воинских частей. В общем, мы серьезно к этому готовились, и отбор начался в августе, сентябре и ноябре он проходил. Вот, было очень налажено тесное взаимодействие с тремя бригадами десантно-штурмовых войск. Они прислали лучших военнослужащих, которые реально могли рассказать, каким условия прохождения службы, вот, требования которые. И я скажу, что вот 250 кандидатов было отобрано, и они подписали контракт. Угу. А вони вже готові військові, чи є такі новички, які ще будуть проходити навчання? Ну, я еще раз говорю, что те военнослужащие, которые принимали участие, в первую очередь, в зоне АТО, которые имеют статус уже участника боевых действий, это уже подготовленные военнослужащие. Учитывая ту должность, которую они самостоятельно выбрали, идет подготовка в ту или в другом ракурсе или объеме. Есть категория новичков, которые проходили или срочную службу раньше, или вообще не служили. Потому что на военную службу по контракту имеют эти права граждане от с 18 лет до 60 лет. Вот, поэтому тут в зависимости от уровня подготовки, в зависимости от опыта, и происходит подготовка в учебных центрах Вооруженных сил Украины. Про жінок. Жінок було більш бажаючих, да? Чи може прийняти армія, да, від Харківської області? Практично, чому, да, сталося так? Не вистачає спеціальностей? Ну, я скажу, что есть руководящие документы Генерального штаба, которые определяют должности, на которых могут проходить женщины. Это фельдшеры, медицинские работники, связисты, деловоды, ну и ряд других должностей, на которые можно, повара и так далее. Вот, на которые можно брать женщин. Допустим, учитывая, допустим, такую специальность, как, вернее, ну да, как снайпер, или командир танка, или командир БТР, БМП, женщины эти должности, в общем-то, нельзя брать. Поэтому в целом, ну, все областные, районные военкоматы... А насколько больше было бажающих, ніж армия может принять від Харківської області? Ну, процентов, наверное, 10 от общего количества было желающих. Вот. Ну, я еще раз говорю, есть кандидаты женщины-романтики, вот, и когда начинаешь объяснять, рассказывать, что впереди ждут, во-первых, 100% нужно рассчитывать, что будешь выполнять задачи в зоне АТО, рано или поздно, там, через полгода, через 3, там, 5-6 месяцев, через год, может быть. Это условия, в которых ты выполняешь задачу, особенно на линии соприкосновения. Вот, опять же, сложность задач, которая перед ними стоит. Ну и часть, в общем-то, кандидатов отсеивается. Вот ко мне, ну, не раз приходили женщины, мы хотим быть военнослужащими Вооруженных сил Украины. Когда начинаешь объяснять, особенно если есть представитель той или иной бригады, куда они хотят пойти проходить службу по контракту, то они начинают задумываться. То есть, а як ви вважаєте, якщо от в Україні вже певний час йдуть військові дії, у жінок є бажання служити? Наприклад, в Ізраїлі, да, дуже багато, велика кількість жінок служить. Чи не потрібно передивитися вакансії для жінок? Ваша особиста думка як військового зі стажем? Я скажу, що все-таки от то кількість, яке є на сьогодні, должностей, які предусмотрені для жінок, воно, ну, по крайней мере, на сегодня должно остаться. Может быть, расширить круг еще дополнительно военно-учетных специальностей, чуть-чуть расширить круг, на которых они могут проходить службу. Но я еще раз говорю, война – это, ну, тяжелая работа. Тяжелая просто...
И поэтому вот основной все-таки груз должен лечь на плечи военнослужащих мужчин. Добре, що, який стан дій з військовими, з юнаками строкової служби? Ну, покращила ситуація, бо рік-два тому було дуже багато навіть скандалів зі строковиками. Планове завдання 1965, необхідно було призвати во время весеннього, потім літом був призив небольшой 65 для Харківської області, планове завдання було і осінь, виконано на 100%, із них, із цього общого кількості, более 650 призывников отправлено в части Национальной гвардии Украины. Остальные, в общем-то, это части вооруженных сил. Но мы делали все возможное. Опять же, я хочу сказать большое и огромное спасибо руководству Харьковской государственной администрации, руководству районных государственных администраций, которые совместно с районными военкоматами, опять же, проводили работу разъяснительную. Вот, права, обязанности призывников, проводили работу с близкими родственниками, с семьями призывников. И вот без эксцессов качественно выполнили плановое задание по призыву. Угу. А меньше стало ухилятися від службы в армии? Ну, я скажу, что цифра не уменьшилась, это точно. Ну, по итогам весеннего призыва у нас внесено в ЕРДР в отношении 8 призывников, которые прошли медицинскую комиссию, были признаны годными по состоянию здоровья. Районной призывной комиссии было вынесено решение призвать, и они не явились на отправку на сборный пункт областного военкомата. И вот, я думаю, 28, порядка 28 материалов мы сейчас отправили тоже в правоохранительные органы этой же категории призывников. Ну, количество осталось тоже, но количество тех, которые не явились на отправку, то есть явно нарушили законодательную базу, вот несколько возросло. Угу. Трошки про негативні цифри. Україна воює вже 3 роки. За 3 роки 160 харків'ян загинули в зоні АТО, так? Які втрати 17-го року? Ну, ми віддільно не вважаємо, кто погиб в 14-м, 15-м, 16-м году. На сегодня 164 военнослужащих только вооруженных сил Украины погибли в зоне АТО. Это те ребята, которые призывались по мобилизации, это контрактники, ну вот это категория военнослужащих. Цифры зарастают, чи як вы бачите ситуацию 17-го року? Ну, в 14-м году, в 15-м, естественно, потерь была намного больше. Вот, но в последнее время произошла активизация боевых действий, в первую очередь со стороны Луганской Народной Республики, так называемой Донецкой. Вот. И если посмотреть на ситуацию последнего месяца, ну, более около, в целом около 15 военнослужащих погибло, из них, ну, человек, наверное, 7 – это жители Харькова и Харьковской области. Вот буквально недавно были похороны в Новодоларском районе и на 18-м кладбище Юрий Зыков, который очень активно принимал участие в занятиях по территориальной обороне, проходил службу в 92-й бригаде и в составе 54-й бригады умер, будем говорить, в зоне АТО. Зараз вся країна готується до Нового року, до свят. Багато з нас не помічають, вже звикли з цією думкою, що в країні війна, що десь хлопці воюють. Да? Як будуть проводити Новий рік хлопці, так, на першій лінії? Як вони зустрічають Новий рік взагалі? Чи є в них свято? Естественно, праздники є, і рождественські праздники, і новогодні праздники в душі у кожного воєнослужащого. Это понятно, что военнослужащие – это те же граждане Украины. Вот. Но я скажу, что именно на эти праздники для вооруженных сил Украины, в первую очередь в зоне АТО, и не только в зоне АТО, в частности на территории Харьковской области, которая является форпостом Украины, вот, все будет проходить в усиленном режиме. Будет усилена охрана, оборона. Военнослужащие, которые выполняют задачи в зоне АТО, будут готовы, как оно и происходит, праздники, усиливаются обстрелы, усиливаются, в общем-то, боевые действия, активизация возрастает, поэтому они, естественно, будут готовы к этому. Ну, а кто не несет дежурство, а кто не будет находиться на первой, второй линии,
Я думаю, с Дедом Морозом обязательно возле елочки. Тобто свято хлопців буде? Безусловно. Що ж, дуже дякую вам за ваші відповіді на мої питання. Я бажаю всім на миру, як завжди. Дякую. Спасибо. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.